Всем привет! Рада, что вы открыли мое видео. И в этом видео будет обзор на подушку валик с гречневой лузгой из каталога Faberlic. Это такой валик, который я давным-давно хотела, но не знала, где его купить. И с появлением его в каталоге Faberlic, конечно же, я купила сразу же в первый день работы этого каталога, но попользовалась им гораздо позднее из-за сложившихся обстоятельств, будем так говорить. Свои впечатления о его использовании я расскажу чуть позднее. Давайте пока его разглядим и посмотрим, где он у нас в каталоге. Обычно товары для здоровья, именно в этом разделе у нас валик. Вот так выглядят товары для здоровья. То есть здесь и сиденье из гречневой лузги, и подушка из гречневой лузги. Я про нее тоже отдельное видео снимала, можете посмотреть. На этих страничках, в этих разделах у нас все товары для здоровья, и валик в том числе, и он реально помогает вашему здоровью, но об этом чуть позднее. Стоимость его в каталоге 799 рублей, это его регулярная цена. Он уже был и, я уверена, будет еще по акциям, но даже без каких-либо акций вы можете купить его со скидкой 20%, просто пройдя по ссылке под этим видео и оформив доступ в личный кабинет. Сразу же у вас будет на него скидка 20%. Единственный нюанс, что заказ нужно делать от 1000 рублей, чтобы эта скидка у вас сохранилась. И, ну, то есть что-то еще добавить. Каталог очень большой, я думаю, вы найдетесь, что добавить. Ну и что у нас написано об этом валике в самом каталоге? Улучшает общее самочувствие, придает бодрость, нормализует сон. Могу все это подтвердить. Подходит для путешествий. Вот это я, честно, не знаю, как применить. Занятий в спортзале или дома. Съемная наволочка для удобства в уходе. Умеренная жесткость. Материал наперник спанбонд. 100% полиэстер. Наволочка 35% хлопок и 65% полиэстер. Наполнитель гречневая лузга. Размер 41 на 11 сантиметров. 11 это будет диаметр. И артикул 11874. Давайте его рассмотрим. Выглядит он вот так, вот таким образом. Он такого графитового серого оттенка. Может, сейчас на видео он смотрится черным, но он все-таки не черный, а такой очень темно-серый графитовый. Вставочка есть Faberlic. С одной стороны здесь полностью швы, а с другой стороны есть замочек для того, чтобы мы могли верхнюю вот эту часть стирать. Ну и если я расстегнула полностью замок, то что мы здесь видим? Мы здесь видим сам валик, он вот в такой белой ткани, немножко она перфорированная, то есть есть через дырочки, да, через которые проходит воздух. И здесь снова замочек, я не буду открывать, иначе все посыпется. Внутри гречневая лузга. Вот эту вот наволочку можно полностью снять, постирать, и это, конечно, большой плюс. Даже несмотря на то, что в наволочке есть полиэстер, здесь в составе хлопок и никакой отдел, область никакая, да, на которой вы лежите, за это время не успевает вспотеть и очень-очень комфортно на этом валике лежать. Ну, это мне уже сейчас, а поначалу я вам расскажу, что было. Приходит валик вот в таком полиэтиленовом пакете, запечатан не герметично, вот такая клейкая здесь есть полосочка, и просто он был запечатан. Ну и внутри есть вот такая наклейка, этикетка. Артикул на ней указан, и в принципе то же самое здесь по рекомендациям, и с чем борется, здесь все это у нас написано. Бодрость, нормализует сон, снимает нагрузку шейного отдела позвоночника, предотвращая возникновение остеохондроза, снимает и расслабляет мышцы, способствует профилактике головных и поясничных болей. Наполнитель из натуральной лузги гречихи придает валику умеренную жесткость и обладает эффектом микромассажа, улучшающим кровообращение. Компактная, подходит для путешествий, опять же, да, для каких-то. Ну и съемная наволочка. Здесь есть рекомендации по уходу, вот в виде такой пиктограммы. Что еще здесь написано? Сделано в России. Опять же, состав указан всех тканей, которые сюда входят. Вес 900 граммов плюс-минус 5 граммов, да, погрешность. Поставщик ООО «Объединение специальный текстиль. Россия. Ивановская область. Город Шуя». Изготовлено по заказу Faberlic. Срок службы до 5 лет. Срок годности не ограничен. То же самое идет на английском языке. И дата производства 26 июля 2019 года. Свежачок. Все, этикетку вам полностью показала. Ну, а теперь расскажу свои впечатления об этом валике. Ну, я уже сказала, да, что когда-то я давно... мне вообще рассказали, что существуют такие валики,
которые снимают боли в спине. У меня постоянные проблемы с поясницей, у меня проблемы там, да, с грудным отделом, в общем, весь позвоночник, у меня это просто сплошная проблема. А как мы знаем, все у нас идет, все болезни от нервов, а которые не от нервов, те от позвоночника. Но на самом деле мои какие-то переживания, они тут же трансформируются в то, что у меня перекашивают всю спину, и все, вот она прямая зависимость. И в эти моменты что мы делаем? Вот, ну, когда у меня валика не было, да, я просила кого-нибудь помять мне, на какую-нибудь точку понажимать. Я ходила к мануальщикам, которые жали на эти точки. Это просто такие боли, когда у тебя звезды, искры из глаз просто летят во все стороны, а тебе жмут, но потом наступает облегчение. Ну, или, как у нас в семье это принято, походи мне по спине. Был такой способ, когда ты лежишь тоже на твердой поверхности, все ровненько, и на выдохе, ну, муж-то мне не вставал, это, конечно, тяжеловато для меня, а дочь-то спокойно, встает на спинку и просто хруст по всей спине. Я никому это не рекомендую ни в коем случае, там нужно и встать правильно, и все, но это просто у нас практиковалось в семье, мы так делали, и после этого ты встаешь просто... Ну, просто воспрявший такой, все хорошо, прям в теле все замечательно. И когда сказали мне, что валик действует примерно так же, я захотела этот валик. Но это же надо было где-то его найти, надо было искать в интернете. Я зашла, меня отвлекли, забыла, и все. И эта тема у меня закрылась до тех пор, пока я не обнаружила сие чудо в каталоге Faberlic. Я была безумно рада, поэтому заказала, не ждать никаких акций не стала, заказала и... Думаю, ну, когда я, во-первых, дождусь, на эту категорию товаров вообще очень редко бывают какие-то акции, скидки. Ну, а во-вторых, мне он нужен здесь и сейчас, пока я жду акцию, я буду мучиться опять со своей спиной, а мне это совершенно не нужно. Ну, и первое мои впечатления. Я полежала вот прям как здесь в каталоге у нас указано, сверху донизу, да, сначала шея, потом грудной, потом поясница. Я после первого применения, я думала, вообще не встану. У меня и темнело в глазах, и... Еще что-то, но я встала и поняла, что вот у меня было ощущение, как будто бы меня размял массажист вот до потери сознания. Как будто у меня все тело было вот так вот измято, я не знаю там с какой силой. Хотя ты просто лежишь, ты ничего не делаешь, не двигаешься, ничего. А шейные я пролежала немножко, поняла, что все у меня темнеет в глазах, я перестала. Положила под грудной отдел, у меня пошел такой хруст. Я думаю, все, сейчас что-нибудь будет. Но нет, все, у меня разблокировались какие-то неправильно стоящие, видимо, позвонки. И облегчение, мне даже стало легче дышать, потому что грудной отдел, когда у меня там зажимаются мышцы, когда они так как-то там встают позвонки, прям хочется что-то сделать, как-то вот как-нибудь так вот двинуться, чтобы там вот разблокировалось вот это, потому что есть скованность и в движении рук, и дышать как-то тяжело. Этот валик мне все это снял, я вот такая вот вся пьяненькая с него встала, но буквально через 5 минут я почувствовала прям такую легкость в теле. Ну, на поясничном отделе я тоже полежала, я его даже подвигала, то есть я ближе к крестцовому отделу его положила, я его положила, ну, будем сказать, ближе к грудному тоже поперемещала, полежала, но по 5 минут. Мне тоже говорили, что нужно по 5 минут, не больше. Ну, я и не злоупотребляла. В первый раз я даже не могла злоупотреблять, потому что я реально обалдела от эффекта. Ты вроде лежишь на каком-то валике, а у тебя эффект прям как будто массажист тебя разминает. На второй день я вспомнила все эти ощущения и даже не ложилась. На третий день не ложилась, потом думаю, нет, ну надо. И теперь я... Даже в течение дня могу просто на него прилечь, я понимаю, что что-то у меня там опять не так, или да мне уже просто это начало доставлять удовольствие, потому что сейчас вот эти все ушли какие-то негативные моменты, да, которые мне казались, что все, я сейчас не встану. Сейчас уже этого нет, то есть с увеличением количества моих процедурных там валики я чувствую себя лучше, и у меня просто тянется рука, то есть если... Первые 3 дня после использования я даже не хотела смотреть на него, но я понимала, что мне это нужно, то сейчас я прям вот думаю, а что, не полежать ли мне на валике? И буквально минутку-две ты ложишься, особенно вот я грудным отделом ложусь, у меня сразу и все, и можно вставать, все, у меня уже жизнь наладилась, я пошла дальше.
но я все равно лежу и хотя бы минутку на шее, минуточку на пояснице. То есть сейчас это уже не по 5 минут, а перед сном могу и по 5 минут полежать. В общем, я с удовольствием им пользуюсь и могу рекомендовать вам. Тем более, что далеко ходить не надо, искать где-то в интернете, заказывать не надо. Если вы, тем более, зарегистрированы, вы можете просто его заказать. Жду ваши отзывы. Вы наверняка уже тоже кто-то попользовался. Расскажите свои случаи, как вам помогло, что у вас было и что у вас стало после применения. Ну, а я также рекомендую вам посмотреть видео обзор подушки с гречневой лузгой, тоже из каталога. Я прикреплю обязательно ссылку об этом либо здесь, либо под видео обязательно ищите. Это очень классные продукты. Я уже все собрала из гречневой лузги. И сиденье, на котором вся семья мне с удовольствием сидит, и подушка, и валик. Теперь осталось одеяло изобрести. Одеялка не хватает Фаберлику из гречневой лузги. Ну, на этом все, девчонки. Спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев, жду ваших отзывов. Ну, а вам с удовольствием рекомендую покупать валик со скидкой. Проходите, ссылка для вас ниже. Все, с вами была Марина Соловьева. До новых встреч, увидимся. Пока. Девчонки, лучше поздно, чем никогда. Я сейчас доснимаю небольшой сюжетик в продолжении о моем обзоре вот этого валика Фаберлик с наполнением из гречневой лузги. Я его своевременно не выложила, и вот хорошо, что я не выложила. Я сейчас просто склею эти две части, и вы поймете, в чем важность этой добавки. Услышала я, что этот валик слишком жесткий. Я, кстати, вам о жесткости ничего не сказала. Он действительно достаточно плотный, его можно сжать, и можно сжать, посмотрите, насколько, да, то есть ложишься, и он под тяжестью тела сжимается. Здесь диаметр, я уж не помню, сколько был, по-моему, 8 сантиметров, да, или, ну, девчонки, ну, уже все на память не помню, нет у меня никакой этикетки, от него уже не осталось. Ложишься, и он сминается и становится меньше. И чем больше мы будем на нем лежать, тем лузга будет более плотно сжиматься, и валик будет, ну, чуть-чуть менее плотный он будет. Он все равно размягчится. У меня вот сейчас после нескольких использований он стал гораздо мягче. Нет, зачем я сказала слово гораздо? Нет, он стал мягче, но не гораздо. И совет-то в чем, да, заключался того, кого я слушала? Валик жесткий, убери оттуда лузгу. Ни в коем случае не надо убирать из него лузгу. Кто-то считает, что тут она лишняя. Если из подушки, ради бога, убирайте, там из сиденья можете убрать, это ни на что не повлияет. То здесь реально повлияет на свойства этого валика. Для того он и набит вот так плотно, для того, чтобы мы ложились и он работал. Если он будет мягче, если там будет меньше лузги, соответственно, он уже будет, ну, просто как свернутое полотенце, и эффекта уже такого точно не будет. Ну и плюс ко всему, я вам показываю, да, что со временем он становится все-таки мягче. И если еще оттуда убрать, то это все. Это он, мне кажется, даже форму держать не будет. Он просто будет уже перегибаться, там заваливаться. Ну, если вот так держать, да. То есть я не рекомендую ничего с ним делать. Ну, плюс ко всему, под тяжестью тела вы ложитесь, он сминается. И я, честно говоря, особенно если я полежала на грудном отделе, под поясницу кладешь, и уже кажется, что низковато. И я вот, он смялся в этой плоскости, я его переворачиваю вот этой и ложусь более высокой частью, только тогда достигается максимальный эффект лично для меня. И я никому не рекомендую отсыпать оттуда лузгу. Ну, иначе, я не знаю, как ее обратно туда засыпать, потому что вроде бы здесь все просто, но попробуй, да, вот смотрите, насколько здесь переполнен этот валик, да, ну, отсыпите вы, а как вы потом будете заполнять, если вы расстегнете, вот эта горка вся высыпется, как вы до этой горки будете заполнять, ну, на производстве, конечно, это сделали, а в домашних условиях, не знаю, сможете ли вы его повторно наполнить или нет, так что вот этот совет отсыпать, чтобы потом когда-то досыпать, нет, просто потерпите немножко, если вам сильно жестко, ну, буквально 3-5 дней мы с мужем вдвоем пользовались, и он уже стал намного мягче, и поэтому, девчонки, вот такие дела, вот такая небольшая добавочка, надеюсь, полезная для вас. Ну, теперь уже точно пока вроде больше нечего добавить. Спасибо.